доски, прозрачные паруса, даже веллинги, они выглядят так изящно, что трудно поверить, управлять ими тяжелый труд. Зато именно в этом классе техно у девушек есть отличные шансы обойти на дистанции парней. Дарья Банная – фаворит этой регаты. Девушка совсем недавно вернулась из Турции, где выиграла первенство мира на этой самой доске. Спортсменка бережно расчехляет плавник, чтобы не повредить. Все-таки одна из самых важных частей снаряжения. Если на нем появляются какие-то сколы, то это может очень серьезно влиять на хода во время гонки. Поэтому его стараются беречь и хранить в специальном плавнике и не ставить на бетон, песок или что-то подобное. Сколько плавников у тебя? Один. А кого считаешь своими основными соперниками здесь? Вову Филатова. То есть ты будешь соревноваться не только в женском зачете, но ты хочешь победить вообще всех в абсолютном? Ну, не совсем, но мы давно тренируемся вместе, и у нас такая своеобразная командная борьба. В классе техно на этой регате самая конкурентная борьба. В юниорском флоте сразу 4 серебряных медалиста первенства Европы. Александр Фокин только в этом году сменил небольшой парус дивизиона U13 на более взрослый, размером 6,8. И в своей возрастной группе согласен только на победу. Как настрой на гонку? Здравствуйте, все супер. Погодные условия твои сегодня? Нет, я люблю больше сильный ветер. На гонку я рассчитываю попасть в топ-3, наверное. Выжать максимум. Сразу 120 ярких полупрозрачных парусов на синей глади Финского залива. Ветер слабый, и спортсменам приходится пампить. Так называется это движение быстрыми рывками, которыми яхтсмены раскачивают доску. Стефания Елфутина дважды выигрывала мировое первенство среди юниоров в этом классе. Что такое пампинг, знает неплохо. Пампинг очень хорошо, отлично ускоряет доску, и ты идешь гораздо и гораздо быстрее, и за счет этого выигрываешь, и я кучу гонок за счет этого выиграла, но это настолько физически утомляет, что иногда действительно ты чувствуешь, как у тебя все тело уже так утомилось, оно отказывается работать, но ты вынужден продолжать. При таком ветре мужчины сразу вырываются вперед за счет грубой физической силы. Девушки изо всех сил стараются их догнать на дистанции, но заметно отстают, а ветер тем временем и вовсе стихает. Судьям приходится остановить гонку. Коварная погода – это не только дождь, сильный ветер и шквал. Вот такой практически полный штиль, когда ветер скис до 2 узлов. А это настоящее проклятие для виндсерферов. Гонку в классе техно пришлось отменить. И в эти минуты спортсмены буквально ждут у моря погоду. Но погода на Финском заливе меняется очень быстро. И вот уже через несколько минут снова звучит стартовый сигнал. И тут уже шансы выравниваются, и спортсменки выходят вперед. Главным становится спортивная выучка, тактика и хладнокровность. Быстро определяются 2 лидера. Владимир Филатов и Виолетта Майстренко до самого финиша идут плотно друг за другом. Их разделяют считанные метры. Очень тяжело с мальчиками бороться вообще, потому что они сильнее, мощнее, и приходится... Мы вот так друг за друга цеплялись, как бы и не хочется отпускать, и как бы и первый приход хочется, но тяжело очень, очень длинный был последний галфинг, и там нужно прям полностью вымахивать, постоянно махать без остановки, и уже просто не было сил под конец гонки. Очень сложно, нужно было много махать, руки болят, в ногах судороги, и в общем всем участникам приходится нелегко. В других классах уже появились свои лидеры. В 29-м Максим Бондарь и Данила Рерих выиграли все 4 гонки. В 420-м упрочил свое преимущество экипаж Кирилла Шуненкова и Андрея Федорова. А вот в классе «Лазер 4,7» сегодня сменился лидер. Филипп Полегжанин неожиданно поднялся с 4-го на 1-е место. А в радиале отличилась Алиса Ещенко. Сейчас она занимает 1-е место в женском зачете и 4-ю позицию в общем. А пока участники соревнований возвращаются на берег. Им нужно подвести итоги дня, разобрать с тренерами ошибки, обсудить стратегию и, главное, отдохнуть, чтобы завтра снова выйти на старт.